24,75% годовых по вашим сбережениям – это реально! Ваши сбережения поддерживают сельское хозяйство, обеспечивая Россию качественными продуктами. Все накопления мы заботливо страхуем. КПК «Семейный капитал» – ваш надежный и честный партнер. Салоны «Надежда Плюс» и «Прозрение» специально к 1 сентября предлагают всем школьникам и их родителям огромное поступление оправ. Новый взгляд на новый учебный год. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Жанна Соколова. КПК «Семейный капитал». Высокие ставки по сбережениям. Копите и приумножайте вместе с нами. Салоны «Надежда Плюс» и «Прозрение» специально к 1 сентября предлагают всем школьникам и их родителям огромное поступление оправ. Новый взгляд на новый учебный год. Салон оптики «Надежда Плюс». А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на субботу через Заурали прорвется атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями и порывистым ветром. Днем регион окажется в тылу циклона. Дожди приобретут локальный характер, а северо-западные ветры продолжат поставлять свежие воздушные массы. С температурным режимом немного ниже своей климатической нормы. В Екатеринбурге плюс 14-16, Тюмени плюс 13-15, Челябинске плюс 16-18. Кратковременный дождь. В Кургане ночью облачно, временами дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10-12. Днем в Кургане облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 14-16. Атмосферное давление ночью будет падать, днем начнет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба. 29 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!